На строевом плацу личный состав 83-го инженерно-аэродромного полка. В распорядке дня церемония увольнения в запас солдат срочной военной службы. За плечами почти двух десятков бойцов насыщенные армейские будни, учения, полевые выходы, стрельбы. Каждый из них доказал свою верность долгу и присяге. Не могу сказать плохо. Все отличные парни. Всем огромное спасибо за службу. Хотелось бы сказать, что наши ребята сегодня уходили со слезами на глазах. Для нас это грустный праздник, но мы за них рады. Они приобрели бесценный опыт, который им, несомненно, пригодится в дальнейшей гражданской жизни. Кто-то здесь был год, некоторые полтора, но все признаются. Время пролетело, как один день. Для всех служба в армии оказалась непростой, но увлекательной работой. Лучшие из лучших получают благодарности, грамоты и памятные сувениры. Армия увольняемых в запас изменила. Уверены они сами, что и подтверждают родные. Ответственность, исполнительность и стремление к результату – первое в списке качеств настоящего солдата. Во-первых, это ценить то, что не ценил раньше. Это общение с близкими. Самое главное – это общение с мамой. Вот раньше, как-то об этом не задумывался, а сейчас за полтора года начал об этом задумываться. Приятно, еще волнительно и большая благодарность воинской части. Все-таки ребенок возмужал, стал мужчиной. Это заметно. У меня два сына. Очень, я всегда ими горжусь. Всегда мне приятно, нигде не стыдно за них. Поэтому очень большая гордость материнская. Действительно, что у меня мужчины, защитники. Я очень рада. Опустевшие ряды в строю белорусской армии уже занимают новобранцы. На верность родине присягнут около 10 тысяч парней. Но сейчас до свидания полк, говорят мужчины, отслужившие установленный срок военной службы. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.